30, 40 и 70 тысяч рублей, а также 5 телевизоров Philips, 10 роботов-пылесосов Xiaomi и 1000 подарочных сертификатов на сумму 20 рублей. У покупателей «Грошек» есть отличный шанс принять участие в рекламной игре «Счастливый кошек» и выиграть ценные призы. С 1 по 30 сентября покупки в дискаунтерах «Грошек» на Котловца 27 и площади Горького 5 станут еще выгоднее. Торговая сеть предлагает своим покупателям широкий выбор ассортимента ежедневного спроса по особенно приятным ценам. Благодаря специальным игровым товарам деньги вернутся вам вдвойне. И это вполне реально. Так, мазырянка Юлия Упер принимала участие в первом туре в рекламной игре «Счастливый кошек» и выиграла подарочный сертификат. Это мой любимый магазин. Он находится рядом с домом, поэтому я здесь частый вообще покупатель. Каждый раз участвую в игре. Вот в ту игру я участвовала, выиграла сертификат на 10 рублей. В эту игру тоже не исключение. Участвую, покупаю товары, которые предназначены для того, чтобы выиграть. Эти товары, они предназначены для того, чтобы каждый день ими пользоваться. Поэтому я думаю, что любой покупатель может каждый день покупать товары удачи и выигрывать что-то. Во втором туре еще больше денежных призов. Покупать товары, которые участвуют в рекламной игре, не только выгодно, но и совсем просто. Ведь они входят в обыденный повседневный чек покупателя. Это кофе, сладости, напитки, бытовая химия и корм для пушистых четвероногих друзей. Полный перечень игровых товаров можно найти на сайте игра.грошек.бай. Я регулярно посещаю этот магазин, потому что, во-первых, мне очень выгодно в плане, что близко, и выгодно в плане денежном. И участвую в рекламной игре постоянно. Вот в первом туре был, сейчас во втором туре. Желание выиграть главный приз. Тем более такая погода для меня достаточно жарко была. И сейчас не так уж холодно. Напитки я всегда покупаю регулярно. Вот. А позволить это каждый может. Игровые товары в магазинах найти достаточно просто. Они находятся на специальных стендах, а также у них тематически выделены цены. Чтобы принять участие в игре, с 1 по 30 сентября покупайте игровые товары на сумму не менее 3 рублей и получайте уникальные 9-значные коды в чеке. До 5 октября в личном кабинете на сайтах игра.грошек.бай, eplus.бай, eaccount.бай или в мобильном приложении eplus необходимо внести свои персональные данные. Дать согласие на их обработку и на участие в рекламной игре. А также необходимо по 5 октября в личном кабинете на сайте игра.грошек.бай регистрировать уникальные коды с кассовых чеков и получать игровые 7-значные коды, которые и будут принимать участие в розыгрыше. При соблюдении всех этих условий участник получает один игровой код за каждые 3 рубля игровых товаров в чеке. Кодов можно собирать сколько угодно, главное не забыть их регистрировать. Чем больше кодов, тем выше шанс выиграть один из крутых призов. Розыгрыш состоится 9 октября. Подробнее информация на сайте игра.грошек.бай или по номеру телефона +375 44 788 80 26.